Привет всем! Сегодня такой небольшой полет над... Вот не знаю, как это назвать, поэтому прошу помощи. Давайте вместе придумаем название этому сооружению. То есть нигде в официальных, так скажем, пресс-релизах или где-то... Ну, нигде не нашел, ради чего вот это все происходит. То есть мне даже интересно, то ли это... площадку под очередной торговый центр готовят, то или... То есть вариантов тысячи. Давайте, раз нету официальной информации, мы напишем свою информацию. То есть я считаю, будет фантастическая версия такая. Каньон. Будет Резекне каньон. То есть мы поднимем берег до реки Резекне, и будет такой обрыв красивый, и можно будет с высоты этого обрыва смотреть в реку. Очень романтично, то есть и название будет там какой-нибудь Сити Каньон, Резекне Сити Каньон, что-то такое. Ну, у каждого могут быть свои варианты, поэтому прошу в комментариях или там в сетях, ну, дать название этому вот сооружению, которое планируется, для чего все это делается. А между тем, с утра появились работники, машина подъехала, весь мусор, который был в предыдущем видео об этом месте, там было много очень бытового мусора, навалено кулечки, видимо, стало кому-то стыдно, забрали кулечки, ну, шутки шутками, короче, мусор убрали, появился вот бульдозер, и с такой упорностью он создает все более ровную площадочку, так что варианты, для чего это делается, очень приветствуется. Всем пока, послушайте музыку, посмотрите, как работает замечательный бульдозер. Все, до новых встреч, всем удачи.